всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов и описание этих работ по книге «Великие музеи мира». Лаос. Будда, защищаемый Мучалиндой, королем змей. 15-16 века. Бронза 84/46/30. В буддийской традиции существует история о знакомстве Будды с королем змей. После того, как Шакьямуни начал медитацию под деревом Бодхи, несколько недель шел сильный дождь. Тогда из земли вылез король змей Мучалинда, окружил его мощным телом, раскрыл над царевичем капюшон и простоял над Буддой целых 4 недели. Скульптура Будда, защищаемый Мучалиндой, королем змей, представляет собой фигуру сидящего Сиддхартхи Гаутамы на кольцах змея. Над его головой змеиный капюшон, венчаемый 7 шипами. Выражение лица улыбающего Будды безмятежно. Это подчеркнуто тонким носом и высокой аркой брови. Остроконечный вытянутый овал на кучерявом затылке Шакьямуни, Ушниша, символизирует мудрость и уверенность в духовном руководстве. Рассказами из жизни Будды проникнуто все искусство Юго-Восточной Азии. Созданные ее народами предметы буддистского культа не только укрепляет вечные истины этой религиозной традиции и помогает ее последователям в осознании сложных понятий, но и своей уникальностью вдохновляют и украшают мир. Вот такое описание к работе Будда, защищаемый Мучалиндой, королем змей, 5-6 века, Лаос. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.